Скажите, Никита Иванович, это правда, что вы хотите здесь организовать советскую власть? Какая чепуха. А у нас все уверены, что в ближайшее время в вашей зоне откроются эти, как их, райсоветы. Ерунда. Откуда вы это взяли? Слово джентльмена? Слово офицера. Мой бригадный генерал Макдермот всего час назад уверял меня, что вы здесь организуете советскую власть. А с другой стороны, почему вам действительно здесь не организовать советскую власть? Да хотя бы потому, что советскую власть надо сначала заслужить. О. Нет, майор, мы хотим одного, чтобы Германия была демократической страной. Слухай, my friend, подаруй мне оцю зирку. Чё? Ну, стар. А, звёздочку. Можно. Но только помни, кто эту звездочку носит хотя бы в кармане, должен быть настоящим человеком. Понимаешь, мистер Перебенеда? А то ведь я вас, американцев, знаю. У вас все так это, сувенирчики. Ну-ну. А? Вот это полтавская земля. Дикий из Украины вылез. Як я на війну їхав, батько наказав мені, її захищати будеш, бо вона є слов'янська земля. Наша земля. Можна мені? Пожалуйста. Почему вы сразу начали восстанавливать в вашей зоне военные заводы? Вместо того, чтобы их разрушать, согласно потсдамским решениям. Условия. Военная тайна. А вот я тоже думаю, что это военная тайна. И ведь это очень опасно. Вы подумали об этом? Мой генерал Макдермот говорит, что солдату думать не полагается. Ваш генерал не оригинален в этом утверждении. У него уже был предшественник, который утверждал то же самое. Кто же это? Адольф Гитлер. Хорош предшественник.